Добрый вечер. Вы смотрите новости на 11 канале. В студии прямого эфира Алексей Кошелев. Главные темы четверга, 23 июня. Долгожданная радость. Гарнизонный дом офицеров передали Пензенской области. Место там очень-очень хорошее. И условия для культурного развития в доме офицеров вот прекрасные. Нетипичное ДТП в Заречном. Под колеса Нивы попал лось. Вставляем акт. И этот акт срочно направляем в Минлесхоз, указывая причину гибели федеральной собственности. Спорт для всех. Фестиваль скандинавской ходьбы на Олимпийской аллее. Настроение хорошее, и дыхание отличное, и бегаю. Сегодня стало известно, что гарнизонный дом офицеров теперь официально относится к Пензенской области. Так распорядился высокопоставленный генерал из Москвы. ГДО в нашем городе появился в 1970-м и сразу стал культурным центром всей Западной Поляны. В здании проходили выступления артистов, работали секции, кружки. Со временем строение обветшало, и теперь ремонтировать его намерены уже местные власти. Гарнизонный дом офицеров теперь принадлежит Пензенской области. Приказ о передаче объекта, находившегося в ведении Министерства обороны, подписан заместителем руководителя этого ведомства Русланом Цаликовым. Соответствующая информация размещена на сайте правительства региона. Новость долгожданная. О том, что решение вот-вот будет принято, губернатор сообщил в конце мая во время прямой линии. В настоящее время готовятся документы. Я очень надеюсь, что министр обороны это решение примет, и мы восстановим Пензенский гарнизонный дом офицеров. Иван Белозерцев подчеркнул, ГДО останется очагом культуры, которого сейчас так не хватает на Западной Поляне. Дом офицеров был закрыт в августе 2014-го. Отсюда экстренно выезжали театры эстрады «Провинция», музыкальная школа «Весна», студия английского языка, тренажерный зал и все остальные, те, кто арендовал здесь помещение. Областные и городские власти повлиять на ситуацию не могли. Здание признано аварийным. У них есть акт, которые они нам представили и сказали: друзья, извините, здание аварийно, они так считают, покиньте помещение. Министерство обороны ремонт в доме офицеров так и не сделало. Теперь этим займется Пензенская область. Губернатор уже дал поручение готовить проектно-сметную документацию реконструкции здания. Возможно, уже в недалеком будущем здесь вновь станут заниматься дети и проходить концерты. Необычное ДТП случилось в закрытом городе. Под колеса автомобиля отечественного производства попало дикое животное. Удар был сильным. Лесной гигант в результате столкновения погиб. С места этого дорожно-транспортного происшествия в Заречном очевидцы долго не расходились. Обсуждали, как могло такое произойти. Автолюбитель не заметил на проезжей части лося. Водитель, управляя автомашиной ВАЗ, двигался со стороны проезда западной сторону улицы 20-й дороги. Напротив дома номер 7 по проспекту Мира допустил наезд на животное. Будет заведено административное дело, будем разбираться о причине, по какой все это произошло. Если виноват водитель, он заплатит штраф 40 тысяч рублей. Специалисты говорят, погибшему от удара машины лосю не было и 2 лет. И в черте Пензы произошла авария, но на этот раз дикое животное ни при чем. Столкнулись несколько легковых машин. Есть пострадавшие. Жители улицы Кольцова говорят, что здесь носятся одни каскадеры. Скорость на виражах не сбрасывают и уверены, что тормозят только трусы. И вот очередное ДТП на повороте. По предварительной версии, БМВ ехал вниз. За ним двигался старенький Иш-Ода. В гору поднимался «Шевроле». Якобы у немецкой машины заклинил руль. Она ударяется во встречный американский автомобиль, который разворачивает на дороге, и в него врезается идущий навстречу отечественный Иш. В результате аварии девушка-водитель из «Шевроле» получила множественные ушибы. И такие происшествия на Кольцово местные жители наблюдают регулярно. Вот эта бабушка, она уже огород там он не сажает. Вот залетает в основном туда, вот к ней, в огород. Это вот уже, ну, вот 10 дней аварии. 10, вот именно вот здесь. Поворот вот такой, нехороший поворот. И они летят с такой скоростью, что вот не успевает он здесь уже сманеврировать, понимаешь, что чуть ближе всего и задевает вот бровку, ее вот выкидывает. Забор дома на вираже усилили мощным отбойником. Но и это еще не решение проблемы. Местные жители настаивают на том, чтобы на опасном участке дороги поставили знак ограничения скорости. Вот стоишь, ждешь на перекрестке, вот на этом. И думаешь, идти или не идти. Один пропускает, другой оттуда летит. Кстати, в 50 метрах от ДТП в это же время произошла еще одна авария. Дорогу не поделили УАЗ и ФИАТ.
Представители МВД говорят о мужчине, который хоть и находился за решеткой, но все равно умудрился нарушить закон с помощью современных технологий. В полицию обратилась жительница Пензы, 9-летний ребенок которой подвергся насильственным действиям сексуального характера со стороны неизвестного мужчины. Сотрудниками отдела К было установлено, что малолетняя дочь заявительницы в социальной сети познакомилась и вступила в переписку с неизвестным, использовавшим анкету, созданную от имени 9-летней девочки. В ходе переписки потерпевшая неоднократно пересылала неизвестному фото и видеоматериалы со своим изображением в обнаженном виде. Проведенная экспертиза фотографии и видео показала, что они относятся к категории порнографических, а переписка имеет признаки побуждения к действиям сексуального характера. Полицейские вышли на того, кто скрывался за вымышленными анкетными данными. Им оказался 32-летний уроженец Краснодарского края. В тот момент он в республике Адыгея отбывал 15-летний срок лишения свободы за сексуальное насилие над человеком моложе 14 лет. В колонии строгого режима мужчина с помощью смартфона и сим-карт, оформленных на подставных граждан, часто выходил в интернет. Я зарегистрировался в соцсети, знакомился с девушками. В возрасте 10 до 12 лет, до 15 лет я с ними переписывался, мне послали фотографии. Но я отсылал фотографии девочек человеку, он мне посылал другие. Теперь мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Об основных направлениях государственной политики в области охраны труда говорили сегодня на очередном заседании правительства региона, докладывал министр социальной защиты области Евгений Трошин. По его словам, за последние годы у нас стало меньше погибших на производстве. Например, в 2011-м их было 22, в 2015-м 14. Снизилось количество получивших травмы с 285 до 136. Анализ несчастных случаев на рабочих местах показывает, что в основном трагедии происходят из-за отсутствия обучения людей по охране труда. ЧП связаны с неисправным технологическим оборудованием, недостаточным контролем должностных лиц за соблюдением производственной дисциплины. В 2015-м рост несчастных случаев со смертельным исходом зарегистрирован в Кузнецке, Бековском, Нижнеломовском районах. Самыми опасными стали отрасли строительства и деревообработки. Глава региона отправился в рейд по жилым кварталам. Его интересовал порядок, о котором, кстати, помнят далеко не все. Некоторые ответственные лица надеются на авось. Оформляйте протокол руководителю управляющей компании, штрафуйте его за этот бардак. Поросшую бурьяном территорию жилого дома. Мешки со старым кровельным материалом у многоэтажки. Разбитые внутриквартальные проезды. Ничто не ускользает от взгляда чиновников. Губернатор, представители городской власти, жилищные инспекции отправились по дворам. К их благоустройству вопросов много. Управляющие компании не всегда и не везде справляются со своими обязанностями. Поэтому и жалоб от населения предостаточно. А ведь за соблюдение чистоты и порядка люди платят. У нас тенденция идет увеличение штрафные санкции за халатное отношение к исполнению своих обязанностей или мы на уровне прошлого года? Нет, мы за каждый факт сейчас привлекаем. У нас в любом случае идет рост. Специалисты госжилстройтехинспекции ведут контроль за тем, как управляющие компании занимаются уборкой придомовых участков. Есть ряд вопросов и к председателям ТСЖ ЖСК. А вот по двору на проспекте Строителей 5 губернатор предлагает провести экскурсию для управленцев многоквартирными домами. Фонтан, крытая беседка, детские качели, спортивно-игровая зона. Работы здесь было проведено немало. Жители дома собирали деньги. Строили вот эту альпийскую горку, вот эту беседку строили, все облагораживали здесь. Когда собирали деньги, наверное, разные точки зрения были, конечно, многие не соглашались. Зачем нужно это дело для нас? Я говорю, ну для вас надо, для нас надо. Инициативные жильцы все же одержали победу, и теперь этот двор образцово-показательный. Правда, таких в Пензе единицы. Что скрывать, во дворах пензенских многоэтажек часто бывает и Наталья Васильева. Автор и ведущую программы службы 1.1 порой также интересует благоустройство территории. Наташ, привет. Правильно говорю? Правильно, Алексей. Добрый вечер. Но сегодня я расскажу о жителях дома на Московской. Их беспокоят работы, которые проводят буквально под боком. Это связано со сносом соседнего здания. Они срослись, как сиамские близнецы, но дом номер 121 разбирают как ветхий, а 121А остается существовать. Жильцы боятся, что их четырехэтажка развалится, пока соседнее здание ломают. Машина здесь была, стояла, и вот они как-то
Ну, вот это как она, болвашка, мы же не знаем, как это называется по-строительному. Я видела то, что она ударяла вот по зданию. Вот это я видела, как раз я вышла, обратила внимание, я говорю, то вручную разбирали, а то теперь вот... Да ее что там этой болвашкой-то ударять? Это как в «Ну, погоди, что ли» в мультфильме. Не было такого, это вранье. Дом порушится. Дом порушен? Да нет, еще вроде ничего такого у нас не происходило. Все хорошо идет. У нас стена совмещенная получается, и поэтому у нас может рухнуть и наша стена. Вот как бы от нашего дома тоже стенка, она также может рухнуть. Даже вот при выходе, когда из подъезда, мы боимся выходить из подъезда. Встанешь и стоишь, ждешь. Мы даже боимся и за себя, и за того человека, который нас разбирает. Укрепить дом 121А предполагается за счет капитального ремонта. На дверях давно уже висит обнадеживающее объявление. В нем подробное описание, какие виды работ будут производиться. Реставрация кровли, фундамента, фасада, инженерных систем. И все это в 2016-м. Наш народ практичный. Дом разбирают, кирпичи аккуратно складывают в мешки, выносят рамы, двери, ручки. И в официальной группе 11 канала ВКонтакте я спросила, а вы находили что-нибудь полезное для хозяйства в расселенных домах на развалинах зданий? Ну вот посмотри, Леш, 9% все-таки смогли поживиться, но большинство даже не заглядывали. Я думаю, люди просто побоялись заходить в пустые дома. Мало ли что. Привидения, что ли? Они самые, спасибо. «Газпром Межрегион Газ Пенза» доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением работ 6 июля 2016 года с 8 до 16 часов не будет природного топлива в Сердобском районе село Камзолка на улицах Набережная и Центральная. К другим темам накануне вечером неравнодушные и ответственные граждане собрались вместе. Они митинговали. И вот по какому поводу. «Не позволим издеваться над памятью о войне». С такими плакатами представители общественных организаций вышли на пикет в день начала Великой Отечественной. Проводит его на улице Карпинского в сквере «Три гвоздики». Место выбрали не случайно. Именно здесь, в нескольких метрах от металлической конструкции, украшенной георгиевской лентой, появилось заведение. Его название смущает и активистов, и тех, кто прошел войну, и представителей Пензенского регионального отделения партии ЛДПР. «Сегодня здесь присутствуют ветераны, которые высказали свое мнение по поводу соседства данного сквера и заведения, которое называется одним из городов Германии. С точки зрения закона, владелец данного заведения ничего не нарушает. Но кроме законов, по которым мы живем в нашем государстве, есть еще общепринятые нормы морали. И соседство этого сквера и заведения с таким названием в эти нормы не укладывается». Александр Балакшин воевал на Втором Украинском фронте. Война забрала у него родных. Он один из немногих, кто и сейчас воюет. Правда, уже с безразличием к славе и подвигу русского солдата. Обратился в прокуратуру, ведет переписку с чиновниками по поводу переименования заведения рядом со сквером. «До руководителя предприятия доведены какие-то требования. Дополнительно сообщаем, что собственник рекомендовано рассмотреть вопрос о смене фирменного наименования». Местные жители также поддержали участников пикета. Они рассчитывают, что общими усилиями и стараниями удастся сохранить сквер и память о тех, кто завоевал победу ценой своей жизни. В это воскресенье, 26 июня, будет отмечаться Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Такая дата появилась в 1987 году, но, как говорят специалисты, люди намного раньше начали бороться с различным зельем, уничтожать его, проводить профилактические встречи и всевозможные акции. За круглый стол в Министерстве здравоохранения сели медики, священники, полицейские, представители общественных организаций и органов образования. Среди собравшихся есть люди, чьи лица показывать нельзя. Но они хотят, чтобы голос их был услышан. Это анонимные алкоголики. Их тоже пригласили. Хотя тема встречи – Пензенская область без наркотиков. Здесь говорят о мерах профилактики и реабилитации. Обсуждают новые проблемы и способы их решения. «К сожалению, мы констатируем факт, что данная зависимость молодеет. В незаконном обороте психоактивных веществ вовлекаются подростки. То есть наркотики пришли в школы. К сожалению, оборот и реализация наркопродукции не снижается». Медики рассказывают, у наркоманов тоже есть мода. Раньше большинство кололось, сейчас другая тенденция. Вредные вещества глотают или вдыхают.
А врачи стали еще хуже относиться к курению табака. Прослеживается определенная корреляция, пока еще исследования не закончены, о том, что курение непосредственно является провокационным фактором в дальнейшем употребления наркотических веществ, таких как курительные смеси, например. Ибо молодой человек, который не курит, вряд ли будет себя вдыхать что-то, ему это просто будет непривычно. По данным, на начало 2016-го в областной наркологической больнице на учете состоял 1381 человек, в том числе 8 несовершеннолетних. Почти 80% из них живут в Пензе. Тем временем в здании Законодательного собрания области прошло заседание круглого стола на другую тему. Его участники обсуждали вопросы подготовки молодежи к военной службе. Депутаты регионального парламента, ветераны, представители общественных организаций, военкоматы Министерства образования говорили о том, как повысить качество историко-патриотического воспитания будущих защитников Отечества. На данный момент в Сурском крае насчитывается свыше 21 тысяч молодых людей до призывного возраста. Собравшиеся отметили, что многие из них готовы к выполнению гражданского долга. Тех же, кто отказывается от прохождения службы в армии, с каждым годом становится все меньше. Хорошо учились, не пропускали занятия, получали одни пятерки. И вот у прилежных учеников-медалистов наступил праздник. Их чествовали чиновники, родители, творческие личности. Чтобы поступить, чтобы все желания сбылись. Они верят в чудеса и в свои знания. Выпускники-отличники увешали дерево желаний записками с заветными мечтами. На Фонтанной площади собрались медалисты 2016. Это областной праздник для ребят, которые в течение всей школьной жизни показывали высокие результаты в учебе, творчестве, спорте. С первого класса сразу всегда училась, потом как бы заработал себе авторитет, и это тоже в будущем помогло. Но меня переполняют разные эмоции. С одной стороны, я и рада, что закончила школу, начинается новый этап моей жизни, я выхожу в взрослую жизнь. Но, с другой стороны, немножко грустно, потому что заканчивается детство. Ура! 714 еще вчерашних школьников выстраиваются в колонну на Московской. Праздник продолжает торжественное шествие по центральной улице Пензы. Яркая колонна лучших выпускников отправится в свое светлое прошлое будущее. Но прежде давайте все вместе помашем чудесными, как и вы сегодня, цветами. И крикнем веселому детству «До свидания». У драматического театра их уже встречают юные артисты балетной студии, чиновники. Звучат слова напутствия от выпускников прошлых лет. И, конечно же, не обходится без школьного прощального вальса. Уже в драматическом театре отличникам, их родителям вручают благодарственные письма губернатора. Еще один подарок приготовили для медалистов. С окончанием школы их поздравляет певец Никита Пресняков. А вот героям нашего следующего сюжета не до праздничных шествий. Они должны сконцентрироваться и показать, на что способны, очаровать членов специальной комиссии. И только после этого можно рассчитывать на получение диплома. Самый ответственный момент для будущих профессиональных артистов. Идет государственная аттестация выпускников Пензенского колледжа искусств. Настала очередь показывать все, чему их научили педагоги, воспитанников хореографического отделения, класс Вячеслава Саунина. Они представляют в пластической танцевальной форме торжественную церемонию вручения кинопремий. В этом году председателем аттестационной комиссии стал доцент Самарского государственного института культуры Юрий Паршин. Я увидел, что колледж держит вот эту марку преемственности, и планка не опускается, высокая планка мастерства. Такие развлекательные мероприятия проводятся в разных городах страны, и объединяют они представителей разного пола и возраста. Эти граждане любят думать, анализировать сообща и принимать решения. Блеснуть эрудицией, похвастать копилкой знаний могли участники фестиваля интеллектуальных игр Пензенской области. Он первый проходил в бизнес-инкубаторе «Татлин». Возраст участников от 12 и старше. Они разделились на 6 команд. Программа фестиваля предполагает 3 блока. Сначала «Ворошиловский стрелок» — это интеллектуальное шоу. Тема «12 месяцев». Лето этого календаря насчитывает 3 месяца. Месидор.
Это революционный календарь. Ответ неверный. Как неверный? Ген связи. Не ответившие на вопрос выбывают, сильнейшие остаются. Еще два этапа – эрудит-квартет и командная викторина. Мы хотим вовлечь как можно больше людей в движение, интеллектуально именно, чтобы люди активнее проводили свой досуг. То есть такой возможности, как на наш взгляд, раньше не было. Задания разного уровня сложности, не связанные одной темой. Участники должны обладать знаниями литературными, историческими и быть готовыми к любому нестандартному вопросу. Качественная, модная и стильная одежда. Представительницы прекрасной половины человечества обязательно ее оценят. Действует достойное предложение, цены реальные. Впрочем, речь пойдет также о продуктах питания. Многие женщины сталкиваются с такой проблемой покупки одежды, как отсутствие подходящих размеров или фасонов. Торговый ярмарочный комплекс «Красные холмы» – это огромный ассортимент одежды и обуви по доступным ценам. У нас много постоянных покупателей. Мы предлагаем широкий ассортимент, размерный ряд 42 по 62 и оптимальное соотношение цены и качества. В «Красных холмах» с легкостью можно подобрать вещи на любой тип фигуры, предпочтения и кошелек. При этом качество приятно порадует. Натуральные ткани, удобный крой, красивая фурнитура. Я давно искала себе подходящую обувь на лето, обегала практически все магазины в Пензе. Везде была, но только в «Красных холмах» я нашла себе более-менее подходящую, даже не одну пару, а несколько. «Красные холмы» – это отличное соотношение качества и цены. Так, например, такой летний комплект обошелся покупательнице всего в 5000 рублей. Современный рынок деревенского мяса в «Красных холмах» – это мясо с частных ферм области, которое попадает на прилавок в день забоя. Современное оборудование позволяет сохранять полезные свойства деревенской свинины, говядины, баранины, крольчатины, а также мясо натурального копчения. Впечатляющий ассортимент качественных товаров по доступным ценам. «Красные холмы» на Суворова 92. Взяли в руки лыжные палки, облачились в спортивную одежду и устремились к финишу. На Олимпийской аллее встретились активные и веселые горожане. Сегодня у них был особый день. Большие мощные птицы взлетают. Орлы. Буревестники. Они действительно словно расправляют крылья. Столько энергии, бодрости и сил дает им скандинавская ходьба. На традиционный городской фестиваль собрались пензенцы. Большинство из них занимается давно. Им известны плюсы этой оздоровительной системы. Настроение хорошее, и дыхание отличное, и бегаю, прыгаю. На велосипеде катаюсь. Здесь порядка 120 человек, участников. В прошлом году порядка 80 человек. Поэтому есть определенный прирост. То есть та работа, которая проводится на базе площадок, расположенных в районах, в микрорайонах города. То есть она дает положительные результаты. Фестиваль, который проходит на Олимпийской аллее, не соревнование. После блока упражнений участники выходят на дистанцию порядка 4 километров. От участников не требуют скорости, но многие сами для себя ставят цели – прийти к финишу быстрее, чем, к примеру, в прошлом году. Некоторые умудряются преодолеть дистанцию менее чем за полчаса. Продолжить спортивную тему и не отвлекаться от всевозможных состязаний рекомендует наш обозреватель Мариам Бахтеева. И вот о чем еще неплохо бы знать местным болельщикам. Мариам, добрый вечер. Здравствуй, Алексей. Вновь пензенская школа единоборств доказывает, что она одна из лучших. Добрый вечер. Сурский спортсмен Николай Измайлов стал серебряным призером первенства Европы по греко-римской борьбе среди юниоров. Пензенец выступал в весовой категории до 120 килограммов и проиграл в решающей схватке представителю Грузии Звиаре Патаридзе. Третье место разделили атлеты из Белоруссии и Турции. Тем временем в нашем городе стартовали всероссийские состязания по плаванию среди юных. Об участниках и не только в следующем сюжете. Во дворце спорта «Сура» столпотворение на трибунах. С трудом можно отыскать свободное место. Общаются, получают наставления от своих руководителей и настраиваются на победу юные атлеты. Они участники состязаний в рамках детской лиги плавания «Поволжье». Команды Ивановской, Кировской, Липецкой областей. Эти состязания объединили более 900 спортсменов 1999-2007 года рождения. Они представляют 22 российских региона и разделены на 60 команд. Турнир продлится 3 дня.
Соревнуются у нас, значит, как в многоборье, так и в личных зачетах. В многоборье у нас по трем дистанциям, то есть ребята сами выбирали себе эти варианты. Соревнования проходят по правилам ФИНА, Международной Федерации Водных Видов Спорта. Кроме того, в рамках этих состязаний запланирована и культурная программа. Маленькие атлеты побывают в парке имени Белинского, примут участие в конкурсах и викторинах, сходят в кино. Другим состязанием юных посвящена и программа Владимира Таркозарова. Сегодня в 22:05 он расскажет о первенстве области по футболу. Призываешь посмотреть? Обязательно. Спасибо. Впереди подробный прогноз погоды на завтра и блок деловой информации, который заинтересует каждого современного человека. В День рыбака удача близка. 9 июля в 12 часов магазины «Турист» и «Робинзон» проводят розыгрыш призов. Получите возможность стать обладателем главного приза. Подробности акции в магазинах «Турист», «Робинзон» или на сайте turistpenza.ru. Спешите за выгодными покупками в «Магнит Косметик». На все товары для кухни и средства для мытья посуды «Фейри» скидка 25%. Срок действия акции с 25 по 30 июня. Все подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Внимание! Важное сообщение! Скоро открытие самого крупного магазина сети «Люмьер». Теперь в Запрудном. Следите за анонсами. Супер предложение в аптеках «Вита» и «Вита-экспресс». Цены пополам. «Некст» – обезболивающее средство всего 79 рублей. «Артра» – для лечения суставов 120 таблеток 975 рублей. Приходите в аптеки «Вита» и «Вита-экспресс». Большой КВН в Пензе. 27 июня. ККЗ «Пенза». Первый в истории кубок губернатора Пензенской области. На сцене лучшие команды нашего города. И гости из высшей лиги КВН. Плохая компания «Красноярск». Русская дорога «Армавир» и огни большого города Москва. ККЗ «Пенза». 27 июня. Начало в 19:00. 12+. Больше всего мы ценим искреннюю поддержку и понимание. Мы благодарим всех, кто доверился нам, позволив поддержать их в трудные минуты. Пензенская ритуальная компания. Читайте в свежем номере газеты «Пенза Плюс ТВ». Александр Якин мечтал стать дальнобойщиком. Соколовский расстался с невестой. Дети Джоли учат русский. Кудрявцева уличила мужа в измене. «Пенза Плюс ТВ». Всегда есть что почитать. Насколько жарким будет завтрашний день и стоит ли дачникам надеяться на долгожданный дождь? На все вопросы, которые касаются погоды, легко ответить Мария Мельникова. Она подготовила подробный прогноз. Маш, привет. Время загорать. Добрый вечер, Алексей. Тоже вариант. В пятницу небо обещает быть ясным. Спонсор программы – сеть магазинов «Центр обоев». Здравствуйте. В народном календаре 24 июня – день Варнавы. Если с самого утра стоит духота, ждите ненастья. По сведениям Пензенского гидрометеоцентра, в ближайшие сутки наша область останется в поле повышенного давления. Ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха по западу области ночью в Пачелме плюс 15, в Каменке плюс 16, в Нижнем Ломове плюс 14, в Сердобске плюс 17. Днем в Пачелме и Каменке 26, в Нижнем Ломове 25, в Сердобске 28 градусов тепла. Температура воздуха по востоку области ночью в Никольске плюс 13, в Городище плюс 14, в Кузнецке плюс 15, в Кондоле плюс 17. Днем в Никольске 24, в Городище 25, в Кузнецке 26, в Кондоле 27 градусов тепла. В Пензе без существенных осадков. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем от 24 до 26 градусов тепла. Сегодня в Пензе атмосферное давление составило 750 миллиметров ртутного столба, что на 5 миллиметров выше нормы. В ближайшие сутки оно немного понизится. По данным Института земного магнетизма, активное солнце низкое, геомагнитное поле спокойное, с отдельными периодами неустойчивости. На этом о погоде все. Я же с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. И
Новые коллекции от мировых и отечественных мастеров обойной моды. Центр обоев. Модный гардероб для вашего дома. Этот информационный выпуск подошел к концу, но не последний на сегодня. Развитие событий можно будет узнать через 2 часа в 20.30. Не пропустите. А далее время авторских программ. Смотрите передачи «Наша дача», «Служба 1.1», «Ладушки» и «Волшебный мир кино». Всего хорошего. До встречи. Если на ваших глазах происходит что-то необычное или чрезвычайное, звоните в службу новостей 11 канала по телефону 301-011. Делайте новости вместе с нами.